Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России предлагают возобновить программу утилизации автомобилей. Сдаешь старую машину в утиль при покупке новой и получаешь дополнительную скидку. Ее размер может составить от 70 до 100 тысяч рублей. Где взять на это деньги? Из кубышки, которая образовалась в результате введения с сентября 2012 года утилизационного сбора. По некоторым данным, там накопилось более 1 триллиона рублей. Также добавлю, при возобновлении программы утилизации планируется легализовать использование подержанных запчастей. Трасса 101. В нашей стране отзываются почти 500 Porsche Cayenne, проданных дилерами в прошлом и позапрошлом годах. ВИН-коды есть на сайте Росстандарта. В качестве причины объявления сервисной компании называется риск разгерметизации топливопровода в моторном отсеке. Отсюда вероятная утечка горючего и возгорание. Добавлю, цены на новый Cayenne сейчас начинаются почти от 5,5 миллионов рублей. Трасса 101. Самой востребованной новой иномаркой стоимостью до 1 миллиона рублей в России сейчас является Kia Rio. По данным агентства «Автостат», наши соотечественники покупают эту машину в среднем за 980 тысяч рублей. На второй строчке с огромным отставанием находится Volkswagen Polo. Его средняя стоимость – 890 тысяч. Бронзовый Hyundai Solaris со средним ценником – 940 тысяч рублей. Также в первой пятерке – Skoda Rapid и Renault Sandero Stepway. Трасса 101. А Audi начала прием заказов на новое поколение универсала A6 Allroad. Цены на автомобиль начинаются с отметки 4 миллиона 260 тысяч рублей. В базовое оснащение входят полный привод, пневматическая подвеска с изменяемым клиренсом, система контроля крена кузова, система автоматического торможения на спуске. Моторы бензиновый 340-сильный объемом 3 литра, либо 249-сильный дизель того же объема. Трасса 101. Немецкие специалисты разработали технологию, которая позволяет в автоматическом режиме передавать дорожным службам информацию о состоянии проезжей части. Эти данные собирают сами автомобили благодаря установленным в них датчикам, а также изображениям с камер. Кроме того, машины могут обмениваться такой информацией друг с другом, чтобы предупредить водителей о дорожных изъянах. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.